Во славу сатане. Дрон, что ли, какой-то? Ну, похоже на него. Это какой-нибудь дрон-рейсинг-симулятор. Это Команча! Ого! Нифига себе. Это ж старая серия. Те, кто, короче, играли в старый Команч, пишите свой возраст в чат. Те, кто не играли, пишите, я слишком молод для этой херни. Глеб, ты можешь не писать. Да вон там 78 первый написал, это Глеб. Да, понятно. Yes, Virginia, it is. Это Глеб рассказывает чату, как было круто играть в команде. Любопытно, что это все на фоне черного экрана происходило. Знаете, можно представлять себе раз. Ну, тебя дорисуют, короче, Глеб. Типа племянница спрашивает. Та самая. Да, которая тащит во всех играх. А вот это вот дрон-рейс мой симулятор. Про что я и говорил. Слил анонс немножко заранее. Давай, тест на возраст. Денис, ты знаешь, что такое Команч? Это вертолет, и это вертолетный симулятор. Ну, как симулятор, аркада. О, так это верник на сцене там, нет? Где? Верник, да, похож. Ты чувствуешь, температура не 36,6, а 39,9 в помещении. Глеб помнит верника еще. Это тоже был тест на возраст, Глеб. Да. Ты завалил. Ну что, давайте я считаю, что прошел. Слушай, мне интересно, вот они как бы позиционируют, что днем, типа, ты там соревнуешься, зарабатываешь бабосы, кастомизируешь, а ночью жесть происходит с копами. А можно, интересно, просто спать ночью? Ну, то есть, ты просто как бы работаешь. Глеб, ты можешь спать ночью. Можно, да. Можешь не играть. Ты заезжаешь в гараж, короче, активируешь ночью и идешь спать. Мы понимаем, что у тебя плохо со сном. Ну, да, говоришь, что классно наблюдать за тем, как люди креативят. Хотя, что он еще мог ответить? Было бы хорошо, если бы хоть раз кто-нибудь сказал, да говнина полная. Не работает ни хера. Почему все такие скучные? Вау, ПВЕ, вот это да. Сейчас будет еще надпись ПВП. На полтос поспорим. И потом ЕВЕ. Опа! Хорошо, что не поспорили. А потом ВВВ. Нет, там... Они сделали пятницу 13, и вот теперь, ребят, как там хищник. Да говно не работает ни хера, игра вылетает постоянно. Лучше показали, как Кодзима заходит в зал, честное слово. Я бы хотел, чтобы Кодзима вышел как на Деволверах. Такой, знаешь, он выходит, спотыкается, падает носом об пол, разбивает его. Причем разбивает пол, пол, да, не нос. Это не так. Он заходит, спотыкается, падает носом об пол и разбивает Канами. Вот это был бы поворот. Такое ощущение иногда возникает, как будто он вешалку из пиджака не вынул. Ведьмак третий. Да, я в шутку сказал, когда только Switch увидел. Ой, вот это вот разрешение. Что? А, извините. Я немножко подавился пикселями. Woman, girl, он предположил ее гендер. Ой, ребята, все. Осуждаем, осуждаем. 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 Откуда пошла вот эта мода на Counter-Spell осуждаем? Кто вам сказал, что он работает вообще? Что это такое? Это как от сглаза, знаешь? Надо вот три раза через плечо плюнуть. Вот осуждаем, это новая фича. Это вот 21 века. Говори осуждаем и извиняемся. Вот это вот самое такое мощное заклинание. Ребят, осуждаем и извиняемся за все, что было сегодня сказано. Не, осуждаем и говорят те, кто не произносил эту вещь. А извиняемся и говорят те, кто произнес. Мы не произносили вот эту херню про Woman Girl. То есть мы осуждаем. Ну а ты произнес, извинись. Я везде извиняюсь. Извините, пожалуйста, извините. И все осуждаю. И осуждаю. Знаете, я подумал, было прикольно, если бы она сейчас раз там так начинает платье снимать, а там Кодзима. Вот. Ну то есть какое-то неожиданное появление Кодзимы должно же быть. Ну то есть чтобы он не просто вошел в зал, а что-то вот как-то по-особенному произошло. Глеб. Извинись. Не, ну а что, ну это же шоу. Да типа из всех из нас сказать фразу, что я вот хотел бы, чтобы она сняла платье, а под ним был Кодзима, мог сказать только ты. Почему? Потому что мне... Нечего бояться? Тебе не интересно, что у нее там под платьем. Ты там все видел, а вот если бы там был Кодзима, это было бы интересно. Да, они обещали выкатить дополнение. Выкатить эту девушку. В этом чате есть кто играет в Destiny? Простите, кто-нибудь. Осуждаем. Денис, извинись, а мы осуждаем. Простите, правда, я не хотел. Само вырвал. Все выкатил. Извините, бога ради. Господи, у меня просто паук огромный спускался, я не про нее. Я, короче, запись потом удалю на всякий случай.
Да, по-моему, нормально. На всякий случай. Слушай, я толстый, толстый на толстый можно шутить. Это как с... Тебя не видно. Как узнать, что ты толстый? По голосу не понять, что ты толстый. Тебе надо фотографию Дениса поместить в уголке экрана. Она не влезет. Извинись вот теперь, а? Денис, прости, пожалуйста. Дестини очень даже неплохая дрочильня. Образцовая дрочильня, я бы сказал. Нет, ты чё-то перегнула, брат. Образцовая дрочильня. Я ты дрочилин нормальных не видел. Эксперт такой. Я видел много херовых дрочилин. Расскажи мне про хорошие тогда. Потом расскажу обязательно. Может, я их не знаю. Я видел много херовых дрочилин, например. Забавно это я это говорю. О, кажись, Глеба инсульт хватил. Ребята, вызывайте скорую. Блин, я слева этого чувака где-то видел. Да это Костян как будто бы с бородой. Что, все, игра? Игра повесилась. А, все. Постримили, блин. Ну, короче, игра только вышла, не судите строго. Это всего лишь что фильм. Сообщить о проблеме. Проблема. Сейчас, погоди. Не могу... Дрочить. Нажать назад. Это же действительно проблема. Нажать назад. Надо раздельно было писать. На твой. Бабочка долбится в стекло. Все хорошо. А больше ничего не надо. А я хочу, как ветер, петь. И над землей лететь. Ты сразу так к микрофону приближаешься, и звук такой. Ну, просто у меня, понимаешь, у меня стоечка такая, и к ней прям хочется приблизиться, как эти певцы, знаешь, они так поют прям в поп-фильтр. Знаешь, что они еще делают в поп. Выход. Давай. Ладно. Перезапускай. Из игры выйти нельзя. Я, короче, напишу. Выхода нет. Скоро рассвет и все такое прочее. Ключ поверни и полетели. Во славу сатане. Такой медведь в центре. Это диджей на рейве. Приходи одна. Приходи одна. И голая. Ничего, у тебя фантазия. Мне кажется, тебе надо это писать сценарий. Давай. Что мне сделать? Маску цепляй и раздевайся. Нравится комментарий, танцы, другие себе выберите. Ребят, это игра про танцы? Бля, какой ты дурак! Ох, твою мать! Старый, у меня ипотека, у меня нет денег на это. Так, извините, вот бутылка. Сейчас посмотрим. Ой, а это, по-моему, кидайте бутылку. А садиться можно? Да, попробуем. Ну, в смысле, не про это, а просто попробуем добраться до вас, я хотел сказать. Граната, которая создает бурю в безопасной зоне, либо безопасную ого! Зону в буре. Чем? Покажи. Ну-ка, да, Васян, сейчас я. Снимет. Ну-ка, я смотрю. Все равно мы ее не успеем использовать. Вот смотри, в ту сторону. Опа. Ого. Растет. Да, что будет, если зайти? Бежим, пацаны! Нет! Я, по-моему, среди вас вообще самый молодой. Ну, по тебе и видно. Ну да. Чё, погоди, как? Ну вот, тупенький, не догоняй. Тупенький, блин. Сейчас, была бы вебка, я бы достал бы свой диплом, помахал бы. Так, пишут, что мех чинится, если встать на костер. Мне как, короче, кандидату техническому, вот интересно, вот физика этого процесса. Ну, там нагревается и чинится. Ну, типа, воронение стали, оно становится более крепким, меньше... Ну, типа, да, простреленные места, там оплавляется, короче, и... сталь, и вот дырки... Костром сталь оплавляется. Да. Ну, да, может, там горит какие-нибудь ядерные отходы. Костер ядерного синтеза. Ну, вот, да, я и говорю. Ох, нифига. Короче, Вань, смотри, если... Смотри, хочешь прикол покажу? Смотри. Давай. Видишь, тут лед? Да? Вижу. Смотри, я сейчас про него пробегусь, и он у меня на ногах, и теперь я бегаю быстрее. Воу!
А вот эта физика процесса тебя не интересует, Вась? Ну, лед. Смотри, нога погружается в что-то холодное и замерзает. Лед скользит быстрее, чем ты идешь, и ну типа. Вот. Вот так Вася защитил диплом свой. Ну я пойду сокращать дистанцию, потому что у меня дрободан. Боже мой, я сделал! Я сделал килл сегодня! Боже мой, это что происходит вообще? На консоли, мать перемать! Так. Блин, ну слушайте, все, я считаю, что стрим, конечно, удался для меня, я прям буду сегодня так спокойно спать. Сегодня даже без таблеток заснял. Блин, скелет гигантский. Прикольная карта, да. Вот что хочу сказать. Да, живописная. Го историю мира, Fortnite. Да, я вот смотрю на все это говно, и мне хочется покопаться. Чё за здесь? Я просто на складе работал в поселке Пробуждения. Кого вы там пробуждали? Ктулку.